значит, я 1 июля я решил справить сыну свадьбу в Golden Plaza. Было у нас 110 человек людей, 100 человек взрослых и 10 человек детей. Вот. Справляя свадьбу, вот, на второй день, в воскресенье, несколько человек почувствовало себя плохо. Мы думали, что может быть что-то, выпили или съели, что-то не так. На второй день, в понедельник, у нас уже слегло 60 человек. Многие обратились в больницу, и все. На третий день еще 40 человек у нас обратились в больницу и уехали в состоянии температуры. Самое больше всего температурили дети. У них была температура 38-39. Сегодня ночью свалился и мой сын. Мы не пьем, ничего. Нет, не знаю даже с ничего. Сейчас, минуточку, расскажите, а вот гости откуда были? Гости были с Новороссийска, с Севастополя, с Тулы, с Плавска, с Воронежа, с Поворино, с Москвы. Гостей очень много было, с разных сторон. Некоторые в Москве сразу пошли в больницу, обратились в больницу, тоже в поликлинику по месту жительства. Вот. Сказали, что пищевое отравление. А какие симптомы? Что? Симптомы сразу тошнота, рвота, поднятие температуры. Среди отравившихся были дети, да? Все дети. Сколько? Дети, 10 человек, больше всех пострадали дети. Как жениху и невесту звали? Александр звали жениха, невесту Юля. Они за столом не пили. Невестка беременная. Мы чуть не потеряли внука. Потому что она обратилась в больницу сразу. Ей сказали, что пищевое отравление. У нас есть справки. Установлено вызов скорой помощи невесты. Невеста беременная вообще не пьет. Жених тоже. Я тоже не пью. Если с чего бы это так вот. Вы куда-то обращались? Вот, я лично нет, невестка и остальные гости обращаются, потому что мне неудобно и стыдно было. А беседовали с хозяевами Golden Plaza, с руководством? С руководством он мне позвонил, когда узнал. Сначала я стал звонить, у меня есть его телефон, трубка была недоступна. Потом он звонил мне раньше, отравились, как и на втором этаже. Потому что на втором этаже гуляла свадьба, они тоже полностью все отравились. У них еще хуже пищевое отравление было, чем у нас. Вот. Некоторые работают в областной больнице, там тоже зафиксировали, они в бухгалтерии, там работают в областной больнице и медсестрами в областной больнице. Он ничего не сказал, я там разберусь и все. Разборки уже, когда сотни людей, это уже выходит за рамки какого-то частного. То есть, получается, отравилось где-то 150 человек? Где-то 150 человек отравилось, да. Какие вы дальнейшие свои действия видите вообще? Мои дальнейшие действия, я собрал подписи людей, собираем сейчас справки и отдаю юристу, который у меня юрист есть, который будет заниматься, писать везде, в прокуратуру, Роспотребнадзор и везде. Вообще, как на ваш взгляд? Понятно, что праздник испорчен, и впечатление для сына, для невестки на всю жизнь оставшуюся испорчено об этом торжественном дне. Что должно, на ваш взгляд, произойти, чтобы не было этого в будущем, может быть, у кого-то? Ребят, вы понимаете, чтобы в будущем не было ни у кого-то, если честно сказать, нужно, чтобы проверяющие органы лучше контролировали, это раз. Во-вторых, следили. Вот. А в-третьих, по моим агентурным данным, что там зарплата не платилась, людей набирали с улицы. Там официанты работали, когда я зашел на кухню, без халатов, без перчаток, без ничего. Понимаете, и они должны еще что-то себе были приработать. Как думаете, от чего травились? То есть какое что? Или все было? На все не могу сказать, потому что многие говорят на салаты. Салаты тянулись, майонез был не свежий, все сказали. Если в целом говорить о Golden Plaza, ваше мнение вообще. Вы знаете, я никому не посоветую теперь туда ходить. Вы поймите, меня знают в Твери тысячи, десятки тысяч людей. И я никому не советую туда ходить. Вы понимаете, насколько я пригласил 110 человек, я должен был пригласить 500 человек. И насколько мне стыдно, неудобно перед теми людьми, которые приехали из ближайшего зарубежья, у которых нету денег, мне приходилось нанимать автобусы, чтобы их привезти на свадьбу, порадоваться за моего сына. И так все омрачилось. У кого это, не дай бог, чтобы у кого-то это случилось. Еще вопрос. Как вы считаете, случилась, можно сказать, беда, да? Постфактум.
отношение руководства Golden Plaza? Ни разу не позвонили сейчас, ни разу не позвонили. Сначала прятались, ну, потом позвонили, потому что меня все знают, поэтому позвонили. А так бы от второй компании вообще даже телефоны никто не брал, прятались. Извинялись как-то? Конечно. Никак, вообще. Хотя бы позвонили, сказали, извините, что так, приедьте, понимаете? Ну, приедьте поговорить хоть это самое, или приехали бы сами. Вообще не появляются. Нет, самое, ну. Вот для вас персонально, вот как для человека взрослого, состоявшегося, случившегося вот сейчас, это вопрос денег уже или вопрос принципа? Мне деньги не нужны. Деньги — это воздух. Есть честь, совесть, достоинство. У меня это вопрос принципа. Понимаете? Я... Не знаю, как, разве можно здоровье сына, невестки, которая носит моего внука первого, да, измерить какими деньгами? Если кто может измерить, то вы покажите мне этого человека. Мне не нужно ничего. Мне просто нужно, чтобы, не дай бог, не повторилось это еще где-то и с кем-то. То есть, из ваших слов я понимаю, что вы не намерены останавливаться? Нет, я не намерен останавливаться. А что будете делать? Я вам сказал еще, я отдал юристу, который будет писать в Роспотребнадзор, в прокуратуру, пускай разбираются. Мы укажем все, сейчас уже начали собирать, мы укажем всех родственников, которые из Севастополя, отовсюду, откуда приехали, чтобы там звонили, писали, все говорили. Ну, нам скрывать нечего. И вторую компанию мы подтягиваем. Вторая компания, вот вторая свадьба, которая гуляла, они еще хуже нас отравились, они тоже будут везде, останавливаться не будут. А вот хуже, много госпитализировано было детей, взрослых, вы знаете, в больнице? Я всех не знаю, нет, вот невестка у меня вызывала скорую помощь, потому что мы боялись, потом с Тургинова вызывали скорую помощь, с Москвы вызывали скорую помощь, ну, понимаете, некоторые работают на таких должностях, я не буду говорить, ну, которым нельзя просто что-то это самое. Но сейчас в больнице кто-то находится или все дома? Нет, сейчас сама. Кроме, я не знаю, еще не звонил сыну. Сегодня ночью с сыном у меня это самое, такая же вот это самое. Ну, там от 1 до 3 дней, как врачи в это пищевое отравление, врачи установили, да? Ну, я не знаю, еще не звонил. Я только приехал сейчас это самое, позвоню, ему не забрали ли его в больницу или что это самое. Ну, вот на вашей памяти, в вашей практике, ну, опять же говорю, вы человек взрослый, состоявшийся. Ну, вот нечто подобное на вашу память приходит? Ну, я знаю, что недавно был случай, потравили шавармой. Людям выплачивали, 12 человек потравилось. Я не буду говорить, где что. Ну, людям выплачивали по 20 тысяч денег даже, чтобы это самое. Ну, они, зато люди извинились, заплатили людям, кто отравился шавармой, и вот это вот. Ну, как-то шаверма, Golden Plaza, тут связи не... Я понимаю. Ну, а я, ребят, никуда не хожу. Я все время дома. У меня дома зал на 70 человек, и мы гуляем всегда дома. Это первый раз в жизни, но я клянусь, что больше никогда никуда не пойду. Ну, свадьба, это во время свадьбы все нормально было. На следующий день, да? Да, на следующий день. Ребят, на следующий день к вечеру произошло только 6 человек. В основном произошло на второй и на третий день. При размножении палочки, которая со мной. Инфекционный период от 1 до 3 дней. На второй день, я говорю, человек 6, а потом уже у нас 40 человек, и пошло так это. А какой-то диагноз уже поставили, что это было? Ребят, я еще не знаю диагноз. Врачи сказали пищевое отравление, но это надо глубоко это самое.